Напоминаем, что 8 сентября состоится ежегодный велопробег «Солнце на спицах» в честь дня рождения летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева. Организационный комитет при администрации Новочебоксарска приглашает всех желающих до 14 лет с родителями. Массовый старт состоится в 11 часов от ДК «Химик». После катания по улицам города до Владимирского собора подготовленные велосипедисты отправятся в Шоршил для участия в торжественном митинге, возложения цветов на могилу космонавта в часовне и посещения мемориального музейного комплекса.